озеру, чтобы он нанес ему пару ударов. Ну, я имею в виду. В общем, то, что и, ну, предполагалось. Как тебе Конор как боксер? Он неплохо. Оправдал ожидания? Неплохо. В первых начальных раундах он может начать карьеру профессионального боксера только не с 12 раундов, а с 4. Как все начинают. Если не ошибаюсь, с 4 же начинают. Да, конечно. 4 раунда, потом 6, потом 8, потом 10. Так она и...